каждый из нас ощущал вкус малинового, клубничного или абрикосового варенья. Но мало кто пробовал варенье из грецких орехов. Сегодня я подробно покажу и расскажу, как его готовить. Для начала собираем орешки. Собрали орешки, сейчас их будем чистить. Но для начала одеваем перчатки, чтобы йод не сжег руки. Очищенные орешки заливаем водой. Вот так выглядят наши орешки. Меняем воду. Обратно в чашку и заливаем водой. Так делаем два раза в день на протяжении недели. Вот так выглядят орешки на четвертый день.
так выглядят наши орешки спустя 10 дней. Берем кастрюлю, которую вам не жалко испачкать и звездкой. Наливаем воду, добавляем и звездку, перемешиваем. Даем время, чтобы растворилась и звездка. Орешки кладем в кастрюлю. Оставляем так на 30 минут и время от времени перемешиваем. Достаем орешки. Промываем водой. Промытые орешки протыкаем вилкой. В горячую воду добавляем пищевой кварц. Перемешиваем. Далее кладем орешки и варим 10 минут. Thank you.
вытаскиваем орешки из воды. Заливаем холодной водой и оставляем на 3 часа. А сейчас сварим сироп. В чашку добавляем сахар, воду, гвоздика, корица, ванильный сахар. Ставим на огонь, доводим до кипения. В горячий сироп добавляем орешки. Доводим до кипения, убираем пенку, выключаем огонь и оставляем на несколько часов. Опять ставим на огонь и доводим до кипения. Убираем пенку, уменьшаем огонь и варим до готовности. Спустя 1,5 часа наше варенье готово. Даем остыть. Остывшее варенье разливаем по банкам и закрываем.
Thank you.